С вами канал Улицы Москвы, и в этом выпуске прогуляемся по Лужникам, и в частности по улице Лужники, в направлении которой мы сейчас движемся. Здесь вот контрольно-пропускные пункты. Они, наверное, работали на полную катушку в прошлом году во время проведения чемпионата мира. А прямо по центру кадра у нас большая спортивная арена Лужники. Но здесь павильоны, в общем, непонятно тут. Так, сзади у нас Московское центральное кольцо, а также Третье транспортное кольцо, а за ними еще будет станция метро Спортивная. Двигаемся далее. Ну, в Лужниках проходят не только спортивные мероприятия, но также различные концерты и шоу. Вот здесь касса Лужников. Собственно, сама улица Лужники. В ту сторону Малая арена. Так, ну вот на большую арену, наверное, мы уже сейчас в ту сторону не пройдем. Вряд ли там есть свободный проход. Так, вот тут какие сделали, конечно. Вот она. БСА Лужники, на которой игрался финал чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Французы выступили, конечно, мощно. Финал закончился со счетом 4-2. А наша команда тоже совершила подвиг, пройдя сборную Испании в 1/8 и дойдя до 1/4 финала, где проиграли в серии пенальти хорватам. Тоже достаточно обидное поражение. Играли англичан и дошли до финала. Мы сейчас двигаемся в направлении, вот еще там Комсомольский проспект. За ним будет Лужнецкая набережная, с которой открываются красивые виды на Воробьевы горы, где мы не так давно были. Смотрите наши предыдущие выпуски, и в них можно увидеть как раз вид с того берега на Лужники.